вашему мнению, куда делся Путин? Так а откуда сейчас знаю? А что, не найдут Путина? Удивительно. Не знаю. Мы не брали, честно. Никуда он не исчез. Просто временно человек отдыхает от всех этих событий. Не хочет давать о себе знать. Хочется верить в самые худшие прогнозы интернета. Вы бы хотели, чтобы он исчез? Я бы хотел очень сильно, чтобы он исчез раз и навсегда. Я не знаю, может, Путин заболел? Серьезно? Мавзолей. Да лучше пускай провалится вообще. Я не знаю, я вообще о Путине не думаю. Западло о Путине не думать вообще. Что он вообще исчез. Исчез в Канаду. Вопрос интересный. А кто же знает, куда? Куда портал тут? Путин заблокирован. Как куда? В Москве сидит. Очень замечательно. А никуда он не делся. Будет скоро, через 2-3 дня, нам кажется, что он появится. Ну, просто-напросто он, мне кажется, с таким человеком не может что-то случиться. Ничего хорошего от этого не ждать. Просто-напросто играет на публику. И все.